один, тебе смотри, нет этих подавлений. Нет, вы первые. Вы первые? Да. Так, ну давайте, нам придется сегодня приостановить сегодняшнего дня. Только. Вот такой вот, давай. Отмечено. Я настоящего имени не знаю. Только прозвище. Что? Адрес. Так, ну, очки возьму. Ну, когда так, возьму туда, пошли. Да. Вас и кое-кто? Так. А кто здесь? Ну, начальник? 29 годов. Объяснят. Ну, получается, завтрашнего дня все нельзя работать. Сегодняшнего. Ну, я понял. То есть, и, соответственно, и завтра, и послезавтра, вплоть до 30-го, соответственно, пока не будет разрешения с администрацией. Соответственно, да.